Принц Фоминик и его аморфолосы. Они уже распустили свои листья у самого большого клубенька, 1,5 сантиметра, который был, уже распустилась, ну, вот сам лист, и он вроде бы выровнял стебель после выходных, потому что 5 дней меня не было, и я не мог их, то есть, поворачивать, ухаживать. Ну, в общем-то, у него 7 делений листа, это хорошо. А этот, с которого клубень был сантиметр, только 5 делений листа. Но он тоже выглядит очень даже симпатично. Ну, в общем-то, я все про них рассказал, поэтому могу и заодно показать свои все растюхи. Там у нас ничего интересного совсем. А тут у нас уже взошедшие одешки. Тут у меня 7 семян. То есть, получается, эти 6 взошли, одно я собираюсь отдать, и еще одно вроде бы собирается тоже сходить. То есть они уже совсем почти распустились. В некоторых уже видны листики. Я их очистила, откажу от немного. И, в общем-то, хотела рассказать поподробнее про то, что я кого я собираюсь этих отдать. Ну, отдам я, наверное, самый средний такой, который по размерам. Я обещала просто одной подруге. То есть, получается, я отдам просто на выбор, говорю, самый средний из них. Ну, я имею в виду, что по размеру. И если у нее он зацветет и цвет самого растения будет, ну, лепестков цветка будет красивее, чем мой, то, скорее всего, я с ней поменяюсь или, ну, перепылю, не знаю, со своими. Ну, в общем, подумаем, пока неопределенность. Но они уже взошли. Остальная растительность. Спатифил, но он интересен. Пуансетти тоже неинтересно. Нарцисс. Ну, я его срезал просто на даче. Аромат. Ой, прям весны. Люблю их. Так, цикламен. Листья распускаются, цветок отцветает. Фатси. Ну, она почти не растет, поэтому... Что ей показать? Апельсин. Норм. Так, а вот с орхидеями уже так. Поподробнее. У этой начал распускаться лист еще сильнее. У этой у нас корни немного короче, остановились в росте. То есть там, вот если я сейчас хотите, достану. Тут еще активен он. Блин, только вот полив. Тут уже начинает застапливаться. И эти уже совсем закукливаются. Ну что ж такое-то? В общем, вот она. А эти вообще в активном росте, это хорошо. И там еще один где-то появился. Ну, плохо видно. Вон он, зелененький такой. Так, я ее пока отставлю. Тунберги. Уже у меня тут 3 штуки. После этих у меня взошла еще одна. Вот она такая слабенькая, ну ладно. То есть эти уже нормальные такие ростики. Ой, хамедалея, не налюбуюсь ей. Уже лист, во какой, прям лопух. Ну, хлопок вообще почти без изменений. То есть у меня только появился еще один вот этот лист. Авокадо оно немножко вымахало. А боковая почка почему-то как-то, ну, не особо развивается. Ну и ладно. В общем, как-то так. Простите, что снимаю со вспышкой. Ну, потому что со светом комнаты это выглядит не очень красиво и не так сочно. Во-первых. Во-вторых, проблема в том, что как бы уже вечереет, и тут завешено все бельем. И поэтому получается, что, ну, не очень будет симпатично. Поэтому я лучше снимать буду со вспышкой. Так, наверное, вам будет интереснее и лучше видно. Ну ладно, на этом, наверное, все. Всем пока. С вами был Ник и его чудесное, прекрасное растение.